Здравствуйте, дорогие земляне! Вновь космический корабль «Борт-35» приветствует вас, и мы ведем свой репортаж с космической орбиты. Сегодня мы вновь будем разговаривать о музыке в стиле шансон, о нашей русской музыке, и вновь мы увидим с вами исполнителей в стиле шансон. Напомню, что идея заключается в том, что мы готовим галактический, межгалактический концерт на борту космической станции, который будет проходить в конце года, а сейчас пока мы ведем отбор. Сегодня мы вновь услышим новых исполнителей, ну и напомню вам, что артисты и зрители будут награждаться подарками. Сегодня мы принимаем в гостях у себя на космическом корабле Александра Иваненко. Это исполнитель шансона, который в 2012 году записал свой сольный альбом «Я назову тебя любимой». И вот сегодня мы расспрашиваем Александра о том, как возникла идея написания этого альбома и, в общем-то, о песнях, которые вошли в этот сборник. Первый вопрос, Саша, такой. Каким образом, пришла вот эта мысль записать свой альбом? Я знаю, что ты сам слов не пишешь, текстов не пишешь, музыки не пишешь. А вот как возникла эта идея? Ну, не идея возникла. Просто судьба меня познакомила с одним замечательным человеком, которого ты знаешь. Это Николай Котрин. Вот, и мы с ним встретились, и буквально через два дня он мне позвонил, предложил совместное творчество. Ну вот, в принципе, с этого и началась наша совместная творческая деятельность. Вообще долго трудились над альбомом? Год-два? Год. Год. Год, записывая в месяц? Ну, практически песню. Когда получалось две. То есть это достаточно такая плотная, напряженная работа. Вот причем я знаю, что ты все это делал за свои собственные, кровные, так сказать. То есть выделяя от скромного семейного бюджета какую-то копейку, именно вот урывая. Да, урывая на свои творческие какие-то планы, песни. Вот, о песнях. «Я назову тебя любимая». Это, альбом посвящен кому? Вот для кого? Для какой публики? Вообще, для как аудитории? Ну, наверное, больше всего для наших любимых женщин. То есть целенаправленно в эту сторону? Ну, любви. Не сказать, что лирики. Целенаправленно, просто, да, лирические песни о любви, о дружбе. Я еще, когда слушал этот альбом, он такой получился у вас, я имею в виду Колю, Николая Котрина, он получился у вас такой, определенного стиля, такой тематики. И, как сказал Николай, что вы очень долгое время или трудились над созданием вот этого, именно саунда, этого звучания такое специфическое? Ну, это больше всего заслуга нашего аранжировщика замечательного Антона Чаковинского. Это большую лепту он внес в это направление, То есть, его аранжировки. Совместить вот этот шансон и бард, и что-то такое, создать именно что-то наподобие такой русской песни. Да, ну, не русская песня, даже не знаю, смесь бардовской песни, лирического шансона. Получилось то, что получилось. Вообще, на какой студии писали? То есть это как-то именно ездил в Москву или в Питере, где занимались? Ну, все заготовки писались здесь. Антон писал. Потом уже отправляли материал в Москву,
сначала выпускались сборники, вот когда начали писать песни, а потом уже набралось количество и на сборник песен. И в Москве вот уже вышел сборник наших песен. Мне очень понравился дизайн обложки. Вот он такой белый получился альбом, такой в белых тонах. Вот эта роза, так сказать. Ну, это опять же для направления для женщин. Кто занимался дизайном обложки? Дизайном занимался Николай и ребята из Москвы со студии. Они совместно там этот альбом делали. Кленовый лист от веток оторвался, и вдаль его куда-то понесло. Он зацепиться за дома пытался, но ветер гнал без жалости его. И он, прощаясь, молча оглянулся, лишь брызнул от отчаяния дождем. И до рассвета я опять проснулся, а за моим заплаканным окном луна катилась по вершинам сосен и падала в туманные луга. А мне казалось, отрыдает осень, и все нормально будет у меня. И с каждым днем я чувствую острее, когда душа страдает и болит. Господь меня, быть может, пожалеет, и как мама все грехи мои простит. В мой дом друзья, как прежде, постучатся, мы дружно сядем за одним столом. С любимыми не будем расставаться, а за моим заплаканным окном луна катилась по вершинам сосен и падала в туманные луга. А мне казалось, отрыдает осень, и все нормально будет у меня. Как эти листья улетаем, лишь оставляем холод на ветвях, как облака по небу проплываем и таем, как снежинки на руках. И я грущу, мне жаль сегодня листья, что догорают на ветру огнем. И вот уже последний лист кружится, а за моим заплаканным окном луна катилась по вершинам сосен и падала в туманные луга. А мне казалось, отрыдает осень, и все нормально будет у меня. Казалось, отрыдает осень, и все нормально будет у меня. Ну, как-то вот этот альбом, на мой взгляд, опять же, я скажу, остался незамеченным. То есть широкая общественность шансон, она как бы не восприняла этот альбом. То есть он был настолько оригинален, настолько нов по своему, вот как бы сказать, содержанию, что как-то пролетел вот так, как фанера. Ну, я бы не сказал, что он не воспринят. Наверное, можно сказать, что у нас в нашей области он не воспримет, а в интернете же он очень широко разрекламирован. И сборники выходят уже 2 года.
То есть, как бы наше творчество знают не только в России, но уже и за рубежом. Интернет – это великая вещь. А сборники выходят 2 года регулярно. То есть уже накопилось достаточно, там, по-моему, порядка 30 сборников российских, то, что выходят вот в Москве, в Санкт-Петербурге. Пираты, наверное, подрастащили. Пираты, да. Пираты очень много растаскивает. Вот. Я слышал, что идут работы по второму альбому сейчас. Да, уже сколько? Уже практически половина песен есть для второго альбома. Вот, ну потихоньку стараемся. Двигаемся. Второй альбом тоже в сторону женщин направлен или? Ну, наверное, да. Я назову тебя, любимая, и упадет на землю снег. Проснется песня лебединая за поворотом белых рек. И полетят фатою свадебной под песню вьюга до метели. Я назову тебя, любимая, ты лишь в любовь мою поверь. И полетят фатою свадебной под песню вьюга до метели. Я назову тебя, любимая, ты лишь в любовь мою поверь. И тайну скроет ночь безлюдная, она все знает про любовь. И кается, как девка блудная, из-за чего кипела кровь. И слезы, словно звезды, скатятся в еще не запертую дверь. Я назову тебя красавицей, ты лишь в любовь мою поверь. И слезы, словно звезды, скатятся в еще не запертую дверь. Я назову тебя красавицей, ты лишь в любовь мою поверь. Дорогу длинную назад обратно не гони. Под песню с неба лебединую меня жалея обними. Моя любовь неповторимая, я на другую не взгляну. Я назову тебя, любимая, единственная назову. Моя любовь неповторимая, я на другую не взгляну. Я назову тебя, любимая, единственная назову. Голосуйте за наших исполнителей и получайте подарки. Смотрите наши передачи ВКонтакте, на страничке «Твой шанс» и в Ютубе. До новых встреч и телепортаций!